Да, Валюнь, скажи, раз уж пришли, давай поснимаем маму. Скажи всем привет. Мы в Люруа. Да, в торговом центре Космопорт в городе Самара. Сегодня был привоз к моему, к нашему с Колей приезду. Осталось немножечко орхидей, но есть что показать. Как говорится, простимулирует самарских. И обрадовать. Стоит венецианский карнавал. Вот такой вот рыжик интересный стоит. Что за рыжик, не знаю. Хотелось бы достать, но он там прям как-то плотненько сидит. Рядом с ним стоит кто-то очень похожий на тарина. Вот такая очаровашечка стоит. С желтеньким на цветочке. Там был венозик желтеньким на, вернее, на цветочке на губе. А здесь крапчатый красавец с желтеньким на губе. Так, это кто такой красивый? Очень красивый, цвета фуксия. Так вот, они тут поближе, их посмотрю-ка. Есть ли название на горшочках? Нет, на горшочках не пробит никакого названия. Ничего нет. Это, видимо, из прошлого привоза сюда попало. Так, кто-то салатовый. И еще стоят биглипы. Вот такой очаровашка. Вот такой очаровашка, но у него уже плохо. Плохо с листьями, со стволиком плохо. Но очаровашка. Жалко, конечно, очень жалко. Похож на тот очаровашку, того очаровашку, которого я купила, но на этом больше розового, мне кажется. Кому интересно, у меня ВКонтакте на странице выложен вот очаровашка. Я выкладываю свои недавние покупочки. Я, правда, не успеваю их фоткать. Так, кажется, Тинкербелл Кис стоит. Красавец. Так что вот, как говорится, их немного, но они в тельняшках. Вот такие вот чудесные грибы стоят. И вот эта красота. Под одним из последних видео мне писали название, поправляли. Потому что я их вечно путаю. Но я пока еще не запомнила, но я стараюсь, я очень стараюсь. И спасибо вам огромное за ваши подсказки. Так, а за ней стоит Art Nouveau, кстати. За ними, за всеми. Где-то в серединочке. Очень плотно сидит. Выставать не хотела вот эти вот. Сейчас попробую. Придется уже достать один во всяком случае. Вот стоит красавец Art Nouveau. Так, тут беленькая с красивой желтой губой. На ней не заостряю внимание. А, этот сиреневой губой, он тоже с прошлого привоза, наверное. Наверное, потому что в прошлый раз... Хотя нет. С прошлого, с этого. В прошлом привозе тоже сиреневой губой, но у них, по-моему, другой оттенок. Они там в другом месте стоят, подальше, в другом уголочке. Так, красотка, название которой у меня вылетело из головы. С плотными цветочками, красненькая. Она вечно вылетает из головы и крутится это название. Angel Face, зато у меня из головы никогда не вылетает. Вот этот хорошка. Так, ну и что? Ну и все, наверное. Все остальное, кстати, из прошлых привозов. Там Мариола тоже из прошлого привоза. Все. Вот эти легатоподобные красотки тоже стоят еще из прошлых привозов. Ой, а тут вот какой красавец стоит. Похож и на Джиллион, и на Ольберг, и на что только не похож. Слушайте, какая прелесть. Какая прелесть. А у него горшочек нет, тоже не подписан. И тоже что-то там шейк у него. Тоже что-то из прошлых привозов. Ну и на этом вот ярком красавчике закончу это видео сегодняшнее. Спасибо вам большое за ваше внимание. Хотя нет, давайте вот на этом ярком красавчике закончу ваше видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, ставьте лайк этому видео, да, Коляси, ставьте лайк, да, оросительная система включается, да, ручки показывают на нее, ты мое солнышко. Под видео в описании вы найдете
ссылки на другие мои каналы и группы ВКонтакте. Оставляйте комментарии, не стесняйтесь. И всем пока. До новых встреч.